Scum! Вот уж не думал, что буду делать анбокс на компьютерную игру. Но тем не менее, лимитное издание Dawn of War 3. В принципе, от нелимитки отличается только по стоимости 200 рублей. Ну, чё бы не взять. Давайте посмотрим, что тут да как. В коробочке у нас... Ну, обложечка получается и... Так, я не понял. Тут у нас крышка, там внизу ничего. А, понял, спешки они не собрали дно и так и оставили. Вот такой вот ништячок. Переливается голова, шлем космодесантника, шлем банши и башка орка. Да, давно я таких ништячков не видел. Эдак где-то такие штучки были в начале 2000-х, тире где-то в середине. Дальше куда-то они пропали. Ну, в играх я не видел никогда такие вещи, но тем не менее, оно тут есть. Две коробочки, заметьте, для детей старше 16 лет. Ну да, прикольно. Субтитры на русском языке. Да, несмотря на то, что уже был ролик с русской озвучкой, несмотря на это, у нас русской озвучки все еще нету. Вообще сказано, что дисков 4. Давайте смотреть. Также тут нам положили постер. Щедрота-то какая. Ну, он мне, походу, не вместе, но мы все уже поняли, что это за постер. Тоже такие вещи в основном клались во всякие там журналы по компьютерным играм, там типа лучших компьютерных игр, PC-игры, игромании и тому подобное. Тоже, черт знает, когда я такие ништяки видел, тоже где-то 2000-е, ну, может быть, вплоть до конца 2000-х, там, начало 2010-х, там, и тому подобное. Вот, смотрим. Так, диск один. То есть, я так понимаю, все-таки уместили на двух дисках, да? Давайте посмотрим. В принципе, обложки одинаковые. Sega, смерть придет за всеми. И диск 3. Внезапно. А где диск 2? Или тут? Блин, какой же тугой. Тугая кнопка. Вот у нас и диск 2. Все ясно, значит там диск 4 будет. Давайте проверим, а то вдруг не доложили. Ой! Ну, снимайся. Есть. Да, диск 4. Итого 4 диска. Ну что ж, здорово. Давайте установим и посмотрим. Конечно, мой, наверное, ноутбук, если потянет, то он охренеет. Это воспроизводить, а также у нас тут в комплекте официальный саундтрек. Это то, что он типа в игре находится. Ну, как бы, там он неофициальным быть не может просто. Хотя, наверное, все-таки звук придется. Или тут имеется в виду, что на отдельном диске отдельные саундтреки подобные. Если так, то будет, конечно, здорово. Но, тем не менее, звук придется все-таки на видео вырубать, потому что что сделает YouTube? Скажет, ага, чувак, денежку гони. Ладно, смотрим, что у нас в игре.